Всем привет! Вы смотрите «Афишу кино». В ближайшие 10 минут обсудим новинки проката и разыграем 4 билета в кино. Не переключайтесь, играйте и выигрывайте. Начнем. Итак, на этой неделе в кинотеатрах из ярких премьер третий мультфильм про викингов и драконов. Очередной номинант на «Оскар-2019», еще одна драма с неразлучной парочкой Пенелопой Круз и Хавьером Бардемом и очередной «Омен». О новинках подробнее. Красивый финал мультипликационной трилогии «Как приручить дракона 3» стартовал в кинотеатрах. Лучшие друзья, юный Икинг и его ручной дракон Беззубик переживают новые приключения. Мальчик-викинг становится вождем деревни, дракон встречает свою любовь. Они находят тайный мир драконов, а еще сталкиваются с безжалостным охотником на ночных фурий. Смотреть всей семьей. А пока трейлер. Потише! Почище. Эй, братец, ты куда? Посмотри, он не один такой. Дневная фурия. Ой, прости. Она что, просто исчезла? Невероятно! Это тайный мир драконов. Смелее, иди познакомься. Беззубик влюбился. Я охочусь на ночных фурий. Твой дракон последний. Ты никогда его не получишь. Тогда я уничтожу все, что тебе дорого. Нам грозит опасность. Мы должны исчезнуть, будто нас никогда здесь и не было. На кону свобода наших друзей. Давай, братец! Ты ничто без своего дракона. Огонь! Задарим жару! Спаси его! Беззубик, мы с тобой братья навеки. Как приручить дракона 3. Номинант на «Оскар-2019» в 8 категориях с неузнаваемым Кристианом Бейлом в главной роли. История восхождения американского вице-президента Дика Чейни. Бывший глава нефтяной корпорации Чейн становится правой рукой Джорджа Буша-младшего и ярым сторонником войны в Ираке. Маркер 18+. Фильм «Власть». Смотрим трейлер. А вице-президент – это, в общем, должность символическая. Ага. Однако, если мы придем к иному пониманию, я мог бы взять на себя рутинные дела. Контроль госаппарата, армии, энергетики и внешней политики. Ну да, мне нравится. У тебя в руках власть, ее будут пытаться отнять. Ты стал еще жестче, чем раньше. Но мы договорились или как? По рукам? Я полагаю, мы с тобой сработаемся. Добро! Власть.
Далее триллер. В главной роли Джерард Батлер. Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд находят ящик золота. Они решают поделить добычу между собой. Однако с сокровищами никогда не бывает все так просто. Эта история, основанная на неразгаданном до сих пор исчезновении с острова трех смотрителей. Впереди трейлер. Появился. Это твои вещи? Все, что есть. Папа! Привет, солнце. Я люблю тебя, Мэри. Я тебя тоже. Томас! Что там? Живой? Не дышит. Сундук, чини. Держись, Дональд. Дональд! Нужно посмотреть, что в сундуке. Не расслабляйся. Я открою. За ним кто-нибудь придет. В смысле? Это опаснее, чем вы думаете. Назад. Прячьте золото. Будут вопросы. Ничего не находили? Нет. Они вернутся. Что делать? Будем осторожны. И держимся вместе. Ясно? Нужно сваливать. Мы остаемся. Где мое золото? Мы заплатим за все, что совершили. Помоги нам, Бог. Еще один триллер с неразлучной звездной парочкой Хавьером Бардемом и Пенелопой Круз. По сюжету, испанка Каролина, когда-то переехавшая в Буэнос-Айрес, возвращается в родной город вместе со своим аргентинским мужем и детьми. Их поездка омрачается тревожным событием и разоблачением старых тайн. Твоя мама и Пака были влюблены. Серьезно? Пако, иди сюда. Сделай же что-нибудь, молю! Что стряслось? Прошлой ночью кое-что случилось. Вы ничего подозрительного не заметили? У них явно был сообщник на вечеринке. Звони Алехандро. Нужно, чтобы он срочно приехал. Это моя дочь. Я сам решу, что нужно делать. Антонио, все, хватит! Послушай меня! Все, успокойтесь! Это сделал не посторонний. Внимательно следи за всеми близкими. Если ты хочешь, есть способ ей помочь. Ты принимаешь это слишком близко к сердцу. Слушай, ты доверяешь своему мужу? Что ты ему сказала? Все. Но мы же поклялись. Они все лгут. Нужно понять, кому это известно. Теперь все знают. Соскучились по ужастикам? Тогда смотрите «Омен. Перерождение». По сюжету мать мальчика-вундеркинда Сара с годами замечает зловещие перемены в поведении сына. Она начинает подозревать, что его способности – результат влияния сверхъестественных сил. Маркер 16+. Смотрим трейлер. От продюсера фильмов «Экстрасенсы» и «Шесть демонов» Эмили Роуз. Мамочка, что со мной не так? Майлзу сейчас очень трудно заводить друзей. Расскажи мне все, что ты помнишь. Я ничего не помню. Мозг Майлза невероятно развит.
Ему, наверное, нужен специалист. Ты должно быть Майлз. Майлз опасен. Я чувствую постоянную тревогу рядом с ним. Что это? Он очень изменился. Такое чувство, что я совсем его не знаю. Мама. Мама, проснись. Майлз? Майлз, что случилось? Мам, мне страшно. Иди сюда, малыш. Омен перерождения. Пришло время разыграть билеты в Cinema Star на любой фильм, на любой сеанс. Лента «Исчезновение» с Джерардом Батлером, премьера, о которой я вам рассказала чуть ранее, основана на реальной истории бесследного исчезновения трех смотрителей «Маяка». На каких островах и в каком году произошли события, описанные в фильме? Правильные ответы принимаем по номеру 203-65-63 22 февраля с 11 до 14 часов по московскому времени. Два первых правильно ответивших счастливчика заберут приз и отправятся в кино абсолютно бесплатно на любую премьеру. Звоните 203-65-63. Желаю удачи, а нам пора прощаться. Увидимся и услышимся ровно через неделю в эфире, а еще раньше в кинотеатрах города. Это была Афиша Кино. Выбирайте качественные фильмы.